Всем привет! Готовим мясо по-деревенски. У нас есть кусок говядины, перец, морковка, лук, чеснок. Ну вот, все ингредиенты, которые мы здесь видим, они будут у нас. Вот еще и помидорчики я взял. Потом пришлось добавить еще один нарез. Нарезаем мясо мелкими кусочками. Все равно, как квадратиками, там, кубиками. Как хотите, нарезаем. Чтобы это было мелко порезанное мясо. После того, как порезали мясо, вот мы его порезали, мы начинаем резать лук. Берем луковицу, разрезаем. Такие достаточно плотные большие куски. Вот я взял две луковицы. Смешиваем с мясом, пока я туда ничего, ни перца, ни соли не кидаю. Разогреваем сковородку. Добавляем немножко там растительного масла. Все вываливаем на сковородку. Немножко обжариваем. То есть запаковываем мясо. Вот примерно так у нас получилось. Туда я вливаю немножко соевого соуса. Вот уже закипело. Сок, который вышел. Туда же мы отправляем перец. Мясо дало свой сок. Очень здорово. Закинули перец. Мешаем. Обжариваем. Туда же мы сейчас кинем немножко картошки кубиками. Это все пока мы делаем на сковородке. После этого мы все перекладываем в кастрюлю. У нас такая получается хорошая смесь. Морковочку туда добавляем. Можно морковку пораньше добавить, это как бы не главное. Закинули морковку вместе с картошкой и нормальным образом сейчас мы все это добавим в кастрюлю. Вот у меня есть такая приправа, привез из Будапешта, она такая достаточно ядреная. Все это мы сейчас посыпем. Такая, знаете, смесь куркумы с перцем, наверное. Вот. Я люблю не соленую пищу в основном. Ну, можно и посолить немножко. Вот, все это у меня доходит в течение, ну, наверное, 1.5–2 часа. Это все я делал. Действительно, уже попробовал. Запах идет потрясающий. Взял два горшочка. Из двух горшочков. В эти два горшочка я перекладываю мясо с картошкой и со всеми овощами, которые есть. Оно, в принципе, уже готово. Но овощи такие, знаете, альдента, то есть еще не до конца. Немножко добавляю туда сливок, потому что, собственно говоря, никакого жира нет у нас там. Все это отправляем в духовку. Ставлю наполовину, ну не на максимум, а на половинку. Я не знаю, сколько там градусов, у меня без градусов. Вот. И все это доходит где-то, ну, часик, наверное. Хуже не будет точно под закрытой крышкой. После этого все это дело вытаскиваем, вставляем на стол. Запахи вкуснятина ужасные. Вот примерно так и получилось. Все, всем пока, всем привет. Мясо по-деревенски попробовали, приготовили. До свидания.